Сегодня назначен новый генеральный директор Новосибирского технопарка. Им стал Владимир Никонов. Новому руководителю 64 года, у него богатый управленческий опыт. Владимир Никонов занимал разные должности в областной администрации. Руководил департаментами систем коммуникаций, транспорта, связи, дорожного хозяйства, стратегического управления и планирования. Был министром образования региона. Последние годы руководил агентством инвестиционного развития Новосибирской области. К обязанностям директора технопарка Владимир Никонов приступит 31 января. Сейчас формируется рабочая группа по вопросам дальнейшего развития научного центра. Думаю, новой будет задача, связанная с определением перспектив, стратегии развития технопарка, выстраивание отношений с ведущими резидентами, со всеми структурами, которые работают на территории технопарка или обслуживают его.